Приветствую вас в этом видео, на связи Вячеслав Опилкин. И сегодня я получил вот такой прекрасный подарок от проекта «Живая очередь» — iPhone 13. Вообще, как бы, проект дарит iPhone 12, но сейчас вышла новая модель, и я решил, как бы, немножко добавить денежек и купить уже совершенно новый iPhone 13. Вот, и здесь я также поставил все подарки, которые я уже получил от этого проекта. То есть это AirPods, Apple Watch, умная колонка Alisa, iPad. И вот сейчас последний подарок пришел, самый дорогой, iPhone 13. Вот, ну и давайте я сделаю распаковочку этого айфончика. Здесь мы отрываем такие вот штучки. iPhone совершенно новый. Открываем. И вот такая вот красота. iPhone 13. Открываем пленочку. Вот, и вот такой вот совершенно новенький айфончик пришел. Ну, я думаю, что у меня есть телефон, и это будет прекрасным подарком для моей супруги на Новый год. И я ей подарю вот такой новенький iPhone 13. Вот. Ну, я хочу выразить огромную благодарность проекту «Живая очередь», Николаю Жаричу, Евгению Пронягину за такой прекрасный проект, который нам дает возможность зарабатывать. Помимо того, что я получил iPhone 13, я еще получил денежную премию 352 тысячи рублей. Вот, и в проекте заработано уже несколько миллионов рублей. Поэтому проект очень классный. Всем советую в него заходить. И я думаю, не стоит сомневаться о надежности проекта, о его платежеспособности. То есть все здесь на высшем уровне. То есть я уже участвую с апреля месяца, то есть практически с самого запуска этого проекта. Вот, и то есть никаких проблем никогда не было с проектом. Вот поэтому, если вы еще не зашли в проект, либо сомневаетесь, немножко усомнились в проекте, вот сейчас у нас стартовал еще новый маркетинг под названием «Мини-очередь». И очередь хорошо он себя показывает. И думаю, что в дальнейшем он будет еще больше набирать обороты и принесет еще больше нам заработки. Все, на связи был Вячеслав Опилкин. Всем пока-пока.